Всем доброго вечера, я Владислав Плотников. Сегодня мы будем как бы на себя выливать 3 ведра. Сегодня 25 января, температура воздуха минус 14. Это как бы у нас как бы самое холоднее. Мы просто ждали этого момента. И как бы мы сегодня будем бы пробовать. Мы как бы решили это сделать. Просто уж очень уже темно. Ну что, будем пробовать. Как видите, вода замерзла. Вон лед я выкидаю. Видите? Попробуем. Неплохо было, ну, надо закаляться, и вам советую, зато не будете часто болеть, вам тоже желаю закаляться. Было классно. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Пока.